посмотрим с вами одно средство, но прежде всего надо выговорить его название. Лепетит или ляпетит Марсельяйс или Лиалс. Ну, в общем, солнце и сила Прованса для мужчин. Коробочка оформлена, даже не знаю, в каком стиле. Мне напоминает что-то связанное с деревенскими мотивами, но европейским уклоном. Веревочка слева, веревочка справа. Напоминание что-то связанное с рыбацкой деревней. Так правильно сказать. Морские узлы имеются. Также компас, яхта. Да, что-то с морем. С отдыхом. Гель-шампунь 3 в 1 для мужчин. Кедр и минералы. Гель-шампунь 3 в 1 для мужчин. Апельсиновое дерево и органа. Сверху веревочка. Средиземноморский кедр обладает терпким древесным ароматом, а свежие нотки минералов зарядят вас энергией нового дня. Потом идет гель-шампунь 3 в 1. Вот я не понимаю, почему 3 в 1? Гель-шампунь. Почему 3 в 1? Не понимаю. Апельсиновое дерево и органа. В нашем геле апельсиновые деревья, пропитанные средиземноморским солнцем, соединяются с ценным маслом органы. 3 в 1. Чего-то я не понимаю. Гель-шампунь. А где же третья? Не ухватываю, наверное, под вечер. Нам предлагается ознакомиться с целой серией средств под данной маркой. Le Petit Marseillaise. Господи, не могу выговорить. Прошу прощения. Мыло, уход за телом, шампуни, гели для душа, бьюти-терапия. В общем, ясно, понятно. Переворачиваем и с этой стороны. Для мужчин улыбнись с природой Прованса. Да, пора открыть и попробовать, что же это такое. Два средства, они и увлажняют, и освежают. Также здесь аналогично. А как же я силой давлю запах? Ну, запах такой нормальный, свежий. Я, правда, не специалист в кедрах и минералах, но, наверное, так они и пахнут. Цвет. Да вроде бы бесцветный, насколько я понимаю. Здесь что у нас такое? А именно апельсин присутствует, дерево и масло. Запах. Ну, может быть, здесь такой более свежий, классический. Надо пробовать. В принципе, неплохо, не дурственно. Их продают по акциям в магнитах, в пятерочках. Почему-то вот эта марка постоянно. Может, мне так на глаза попадается, что по акциям, как и наборы, так и отдельно. Покупала я как-то там гель для рук, жидкое мыло, вроде бы ничего особенного. Но запах здесь тоже вот у этого приятный. Такой свежий, мужской, ароматный. А здесь немножко другой, пальцы сломаешь, пока откроешь. Но это хорошо, не протечет. Где-то, если будете сумку брать с собой, к примеру, в спортзал, куда-то еще, в командировку. В общем, все понятно. Так что имейте в виду, кто обратит внимание, захочет окунуться в мир Прованса. Солнце и сила Прованса для мужчин.